Сегодня мы приготовим шикарный скраб с аспирином. Он отлично очищает и отшелушивает кожу, питает, отбеливает пигментные пятна, осветляет, очищает поры, делает их менее заметными, снимает покраснение и воспаление, тонизирует кожу, придает ей свежий здоровый вид. Нам для рецепта понадобится аспирин в таблетках, самый-самый дешевый, без оболочки, морская соль. Можно взять и обычную поваренную, но лучше, конечно же, морскую. Растопленный мед и ваше любимое эфирное масло. У меня это масло апельсина. Оно придает лицу свежий вид и радует меня своим потрясающим ароматом. 4 таблетки аспирина мы измельчим. Добавим к ним 1/2 чайной ложки некрупной соли, 1 столовую ложку растопленного меда и несколько капель вашего любимого эфирного масла. Наносим скраб на чуть увлажненную кожу массирующими движениями. Можно оставить его на лице для воздействия на 5-7 минут. Затем все смываем чуть теплой водой. Проводим такие процедуры 1-2 раза в неделю или по требованию, когда нужно быстро почистить и преобразить личико. Кожа после такой процедуры просто светится здоровьем и чистотой. Морщинки становятся не так заметными, поры чистые-чистые, а общий вид лица свежий и сияющий. Сегодня мы приготовим сильную тонизирующую маску для лица, которая стимулирует метаболизм и самообновление увядающей кожи, отлично выравнивает тон, борется с морщинами и пятнами, освежает и омолаживает. Нам для нее потребуется аспирин, корица в порошке, мед и теплая вода. К 4 таблеткам аспирина мы нальем несколько капель воды, для того, чтобы таблетки просто размякли. Затем добавим 1/2 чайной ложки молотой корицы, меда и теплой воды. Все тщательно перемешаем. Наносим маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставляем для воздействия на 15 минут, затем смываем теплой водой. После нанесения маски кожу лица будет немного жечь. Девочки, не пугаемся, эти ощущения проходят в течение 2 минут. Сразу после маски кожа розовеет, как после парной. Тоже не волнуемся, эта краснота довольно быстро проходит. Конечный результат после этой маски мне очень нравится. Вы, наверное, уже знаете, что я вообще люблю маски с аспирином. Для моей жирной кожи лица они просто спасение. Так вот, эта маска обязательно пополнит список моих любимец. Кожа после нее мягкая, нежная, чистая, очень свежо и молодо выглядит. Такая маска замечательно очищает, устраняет жирный блеск, освежает, снимает воспаление, успокаивает, питает, осветляет пигментные пятна на коже. А потребуется нам для нее всего 2 простейших компонента. Первый компонент такой маски, как вы уже поняли, это аспирин. Второй компонент нашей маски – это сметана. Для жирной кожи берем сметану нежирную, а для сухой наоборот, выбираем сметану пожирнее. К 2-3 таблеткам аспирина мы добавим немного воды, для того, чтобы наши таблетки просто размякли. Затем добавляем к ним 1 столовую ложку сметаны. Все тщательно перемешиваем, у нас должна получиться кремовая консистенция. Наносим маску на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ, толстым слоем. Оставляем для воздействия на 15-20 минут. Затем смываем теплой водой и наслаждаемся результатом – чистой, свежей, более однородной и молодой кожи лица. Проводим такие маски курсом при жирной коже 2 раза в неделю, при сухой 1 раз в 7-10 дней. В течение 1-2 месяцев. Такая маска помогает избавиться от черных точек, сужает поры, делает кожу гладкой-гладкой, невероятно нежной, подтянутой, чистой, здоровой и молодой. Нам для нее потребуется глицерин, самый дешевый аспирин, мед и лимон. К 1 столовой ложке глицерина мы добавляем 1 чайную ложку меда, 1 измельченную таблетку аспирина и 1 столовую ложку разбавленного вдвое кипяченой водой лимонного сока. Все перемешиваем. Наносим смесь кистью на очищенную и распаренную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем на 15 минут для воздействия. Через 15 минут маску слегка
подсушиваем струей теплого воздуха из фена. Запускается обратный процесс. Глицерин начинает вытягивать из пор влагу. Вместе с ней из пор выводятся все токсины и загрязнения, частицы пыли и ороговевшие чешуйки кожи. После этого смываем маску с лица теплой водой. Проводим такие процедуры курсом 1-2 раза в неделю в течение 1 месяца. Нам потребуется одно яйцо, а точнее белок. Как, думаю, многие знают, белок очень неплохо подтягивает кожу. И аспирин. К 2 таблеткам аспирина я добавляю небольшое количество кипяченой воды, буквально пару капель, чтобы таблетки немного размякли. Потом выливаю к ним белок и все взбиваю венчиком или можно использовать миксер, как вам удобно. У нас должна получиться пушистая пена. На очищенную кожу лица наносим получившуюся пышную массу, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем для воздействия на 20 минут, потом смываем теплой водой. Что могу сказать по эффекту? Для моего жирного типа кожи то, что нужно. Кожа чистая, невероятно нежная, к ней так и хочется прикасаться. На мой взгляд, действительно стала чуть плотнее. Ну а для выраженного эффекта лифтинга, конечно же, надо проводить такие маски курсом. Для жирной комбинированной кожи 1-2 раза в неделю, а для сухой чувствительной 1 раз в 10-14 дней. Тоник для лица на основе аспирина и яблочного уксуса. Он успокаивает, снимает воспаление, сокращает покраснение, сужает поры. Отлично подтягивает дряблую кожу, придает ей тонус и упругость. Внимание! Для сухой и чувствительной кожи лица такой тоник не подходит. Для рецепта нам потребуется аспирин, яблочный уксус и минеральная вода. Можно взять обычную кипяченую охлажденную, но лучше, конечно же, минеральную. К 1 столовой ложке яблочного уксуса мы добавим 8 столовых ложек минеральной или обычной кипяченой охлажденной воды. 5 таблеток аспирина мы предварительно измельчим, добавим к нашему разведенному водой яблочному уксусу и перемешаем. Наносим тоник или только на проблемные участки кожи, или же на все лицо с помощью ватного диска. Оставляем для воздействия на 20 минут. Затем смываем теплой водой. Напомню, что такой тоник отлично подойдет обладательницам жирной, комбинированной и нормальной кожи лица. При сухой и чувствительной коже лица от его использования будет лучше отказаться. Перед первым применением смеси нам необходимо провести тест на аллергию на сгибы локтя. Как вам такой рецепт? Попробуйте применять! Как всегда, очень жду вас в комментариях. Ставьте свои оценки, подписывайтесь на мой канал PozitivMM, а также на мой инстаграм «Миллион полезностей». Пока-пока, до новых встреч!